Так, запись идет. Ребята, ребята, всем привет! Рад вас видеть на своем канале. Мы продолжаем проходить Blood Rain. Смотри, как она смотрит на этот глаз. Вот. Теперь у нас сегодня не будет такой прям длинной, двухчасовой, четырехчасовой и тому подобное. Но обещаю, что эта серия будет более-менее насыщена. Ну что ж, приятного просмотра. Продолжаем. Так, нам нужно найти череп Белиара. Так, давай посмотрим, где он. Ага, он вот в этом коконе. Так. Вот сюда и там, наверное, где-то надо проходить. Так. Напоминаю, ребята, у нас совсем скоро стартует неделя олдовых консольных игр на прохождение. Вот. Я думаю, будет очень-очень интересно. Либо просто идиот. Не, это не я. Я точно не идиот, но вот псих, да, согласен. Это она не мне, конечно, сказала, это она этим. Поплюжуем, сказала. Иди отсюда. Так, здесь, наверное, надо запрыгнуть. Тут еще газы какие-то ядовитости. У нас... Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, надо как-то туда быстро нырять, внутрь. Хрустальный череп Белиара. Неужели? Так вот из-за чего все началось. Из-за стекляшки? Ну, допустим, ага. Предположим. Настоящая реликвия находится внутри черепа. Глаз. Что, она сейчас его себе воткнет? Вот мазохистка, то ребра втыкает, сейчас глаза втыкает. Я чувствую. Кто ты? Фокусированное зрение. Глаз Белиара. Ага. Он у меня в голове. Так, уменьшить или увеличить масштаб? Это снайперский режим, чтобы вернуть нормальный режим, нажми. Так, ну, допустим, я нажимаю вот так. Ага. Ого, нифига себе. Тихо, что-то наблюдает. О! О, там люди. Еще владите, надо больше. О, господи, боже мой. Так, ну я времени в обрез. Надо. Ну что ж ты, храмы, бегите. Да, нам надо туда. Так, наверное, с этой ветки мы на ту попадем. Ой, тихо, жизни-то у меня не так много. Стреляться тут с ними. Так, нам надо точно на эту ветку сейчас приземлиться. О-о-о-е! Вот так мы сейчас будем наверх попадать. Так, это, конечно, не хорошо, да? Так, ясно, надо загружаться, это бесполезно. Ай, вот это я лохана дал. Так, вот тут такое ощущение, как будто она вообще не бежит, а на месте топает. Не знаю, ребята, мне вот, например, Bloodline тоже нравится. И Stray Souls тоже нравится. Вот, и Cold Fear неплохая игрушка. Поэтому сейчас пройдем Blood Rain и будем, наверное, остальное проходить, записывать. Так, иди там, не мешаешь. Либо просто идет. Так, да. Здесь вот у нас какие-то проблемы, да, возникают? Да, твянь от меня. Глиста ты нубская, вонючая сучка. Да что ты делаешь вот это вот? Да боже мой. Так, нет, надо вырезать, наверное, это. Да вот почему она, я не... Почему она сразу крутит свою вот эту хрень? Да посмотри, что делает она, а. Ты можешь прыгнуть нормально? Алло. Да что ты будешь делать, а? Да посмотри, а ты на нее, на эту балбеску. Я нажимаю прыгать, а она вон мне хрень свою крутит, ублюдскую. Да посмотри, что делает, а. Я нажимаю один раз пробел, алло. Либо это у меня пробел заедает, потому что один мой знакомый геймер задрочил мне клавиатуру, блин.
в одной интересной игре под названием Counter-Strike 1.6. Так, это пропускаем все. Так, если сохраняться, то оно не сохранится сейчас прямо. Но мне загрузит меня того места, где мы начали. Так, отлично. Так, о, вот, вот как раз и кровь. Так, солдатики. Мы сейчас полечимся на вас. Так, еще один, давай, иди сюда. Снимите ее с меня! Уберите ее! Окей. Так, что нам надо? Вот эту как-то херню, да, сбросить? А, ну да, логично было. Было бы. Оу, смотри. Фаталити прям, да? Да. Неужели? Ой, наверное, бежать надо. Ой, да, бежать надо. Ой-ой-ой-ой-ой. А, все, окей. Так, отлично. Вот теперь мы сейчас сохраним игру. Так, бегите к стволу шахты. Давай посмотрим, где это. Прямо. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Взрыв пакеты-то бахают как. Ой, а чё, в смысле? Охренеть. Серьезно, так быстро? О-о-о. Ой, я что-то вышел аж. Дантов ад. Наверное, надо мне впервые взрывать это все. Так, подожди. А куда бежать, алё? Так, подожди, вот тут уже сложности, прям с самой начальной загрузки. Начинается у нас. Так, пойдем в другую сторону. Наверняка нам туда. Всё летит. Нет, нас все равно здесь убивает. Так, окей. Подожди, а куда тогда бежать-то? А, меня... Наверное, мне надо просто быстрее это делать. Хорошо, побежали быстрее. Нет, мы здесь в этом же месте все равно умираем. Хрень какая-то, блин. Так, я что-то не понял теперь, куда мне надо бежать-то, что делать-то? Так, бегите к стволу шахты. Оу, нифига меня вертушечкой. Может, в машине пересидеть надо? Не, меня все равно взрывает. Так, подожди, какая-то хрень. Откуда тогда вы, бараны, приехали? Так, меня все равно убивает. Ясен хрен. Ага, он мне показывает, куда-то надо наверха забираться. Так, стой, сложности. Это прям лютые сложности. А, вот сюда. Я не туда бежал. Там огонь, видимо, у меня уже конкретно охватывает. Так, пацаны, я тут не задержусь долго. Так, сюда, окей. Все оказалось гораздо проще. Блин, шахты это опасно, особенно когда взрывы тут. Наверх, скорее наверх. Окей, мы выбрались.
Вот он. Что это за шум? Он идет из шахты. Убираемся отсюда. Шнель, мах, шнель. О, шнеля. Так, сохранение, да, будет сейчас. Чтоб опять нам не бегать по этой шахте адовой. Так, найдите выход. Так, окей, найти выход. О, наверное, тут тоже нельзя задерживать. Стой, чувак, я напоследок. А, что-то в замедленное. А, это я кликнул на замедленное. Так. Окей. Ну надо же, какой здоровяк. Это молотил, что? Я полагаю. Гегенгруппенфюрер Вульф это сказал, что ты можешь направиться сюда. Он махнул рукой на реликвию? Ты нашла не только ее, глупая девчонка. Ты ничего не знаешь. Как опа. И тот тупой жрец. Он не знал ничего, кроме лжи. Опа. Великий Белиар был первоначальным дьяволом. Ну-ка. Когда Мефистофель был изгнан из рая, он узурпировал власть Белиара. Но не сумев уничтожить его до конца, Мефистофель разорвал тело Белиара на 1000 кусков и разбросал их по всему миру. Угу. Знаешь ли ты, что Вульф прямо сейчас извлекает на свет Божий в замке Гауштадт? Полное ненависти черное сердце Белиара. Ключ к мировому господству находится в нашей собственной стране, и он будет принадлежать Вульфу. Ну, это мы еще посмотрим. Так, мне надо с этим громилой драться, да? Так, на чем? На тап, да, ярость? А, на капслок. А, мы еще ярость-то не накопили. Сейчас накопим. Сейчас побьем этого. О, тихо. Тихо, тихо, тихо. Охренеть. Дамажит он. Тихо, у меня аж камера ушла за диапазон. Сейчас я ярость накоплю, чувак. Так, стой, опять замедленная. Тихо, там еще где-то баклажаны стреляют. Тихо, мимо. На тебе в пердачина. Давай, ярость, ярость, мне нужна ярость. Иначе мы его не победим. Все, капслок включаем. Ну все, конца тебе. Вот, придется пропустить удар. Смотрю, сколько у него жизни. Просто, просто гигант, мать вашу. Блин, жизнь у меня тоже так не заканчивается. Ого, нифига мы тут вертушку накручиваем. Тихо, там еще баклажанин. Ним, я думаю, попозже разберем. Вот замедленное действие, это имба, но вот у него время уже закончилось. Тихо, 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 кушай, кушай. Снимите ее с меня! Убери! Давай, надо добить уже это, барана этого. Все, до свидания. Нет, с женщиной, с той докторшей посложнее было. Допустим. Меня так просто не убьешь. А, и вот опять ошибка. Почему? Так, кто там у нас остался? Все, спи спокойно, тварь. Что дальше делать? Найти выход. Окей, туда, значит. Сейчас надо где-то подкрепиться бы нам. Так, если отсюда зайти тоже, да, тут. Наверное, как-то по верхам. Так, подожди, по верхам. Как-то через трубу, наверное. И наверх выберемся, да? Так, туда нам надо, да? Давай посмотрим, что у нас вообще на верхах есть. В принципе, ничего нету на верхах. Так,
Дверь есть. Так, или отсюда мы пришли? Что я помню. Не помню этого коридора. Ты правильно идем, значит. Сейчас бы людей еще подпитаться бы, да ярость подсобирать. Вдруг еще какой босс будет у нас, да? Так. О, люди. Вот и все. Время платить по счетам. О, петух этот. Сейчас мы его быстренько кокнем. Щелкнем. Подлетка мой единственный шанс. Я должна пробраться на борт. Господи, что случилось? Давайте убираться отсюда. Соберите остальных. Пора заканчивать погрузку. Давайте быстрее. Так точно. Будет исполнено. Так, давай сохранение. Так, база подводок. Ой, подводок, подлодок. О, Германия уже, ребята. Это должна быть следующая серия. Ну ладно. Ничего страшного. Я так чувствую, уже к развязке, к финалу игра близится. Вон, кстати, без палева стоит. Да? Так, чё, Шульц? Где? Герр-командир, там все мертвы! Приказ обершарфюрера ГГГ. Разгружайте контейнеры. Яволь! Так, а это кто?